В России кинотеатры могут открыться в середине июля, 15 числа. Об этом сообщает министр культуры России Ольга Любимова. По словам главы ведомства, пришло время для открытия кинотеатров, иначе это будет связано с крупными коммерческими рисками и проблемами для правообладателей. Как отметили в региональном Минкульте, в Саратове кинотеатры частные. Решение об их открытии зависит от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация в регионе. В этом случае решение принимает областной Роспотребнадзор. Саратовцы продолжают жаловаться на стаи бездомных псов в городе. Так, очередную свору собак запечатлела жительница заводского района города. Женщина рассказала, что встретила четвероногих в одном из дворов на проспекте энтузиастов. В городской администрации отметили, что в ближайшее время комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта будет объявлен аукцион, а уже после приступят к отлову и содержанию безнадзорных животных. Напомним, саратовцы обратились к председателю Госдумы по поводу многочисленных бездомных собак. Вячеслав Володин встретился с зоозащитниками и обсудил эту проблему, а также возможность строительства приюта. В Саратовской области продолжается активная подготовка к летней оздоровительной кампании. В настоящий момент решение об открытии приняли 656 лагерей области. Все стационарные лагеря будут функционировать в закрытом режиме в условиях строгого соблюдения социального дистанцирования и санитарно-гигиенических требований. Кроме того, будут введены ограничения на проведение массовых и выездных мероприятий родительских дней. По прогнозам, в лагерях в этом году смогут отдохнуть около 45 тысяч детей.